Я катаюсь на колесе обозрения. Кайф. Всем привет, мои дорогие. Настроение просто замечательное. Я катаюсь на колесе обозрения в городе Ростове-на-Дону. Забираюсь на высоту. А еще я сегодня сделала зуб. Мне полечили. Короче, зубами занялась прям серьезно, чтобы была красивая моя улыбка и так далее. А вот, как бы так, тут так круто. Еще фотку сделала. Ну, мне ее должны скинуть. Кайф, вообще так необычно. Здесь заново побывать. Я еду одна в каюте, в этой... Как она называется? Ну, не коморка, а просто, короче, тамбур, что ли. Одна, так классно. Могу делать все, что хочешь и не хочешь. Вот, дальше что? Какая высота, офигеть. Развлекаюсь. Зубы почти все сделала, почти, ну и их так просто подремонтировать осталось немножко. Вот, коронку заказала, что дальше, коронку будут ставить мне на зубик один, вот. Короче, вообще красота неописуема. Выходной, гуляем, развлекаюсь как могу. Хотела билет в театр Максима Горького купить. На этот, на Мастера Маргариту, но билеты уже проданы все, так что как-то непонятно. В общем, я в расстроенных чувствах, пошла билет купила на колесо обозрения. Красота. А эта штука, которая вот, как вам показать, каюта вот эта небольшая, а вот она шатается. Ну, я уже на приличной большой такой высоте. Ну, прикольно. Сейчас вам покажу. Макушка дерева. Тополя. Какая красота. Кайф. Сейчас на самой огромной верхушке буду. Вот такая вот красота. Вот там вот эти каюты небольшие. Вот, и у меня такая же каюта небольшая. Я не знаю, как ее назвать. Ну, пусть будет каюта, как в корабле. Все, макушку тополя проехали, видите? Панорамный вид такой кайфовый. Вот. Вот такой вот моментик я засняла. Я на такой высоте вина не надо. Сока не хватает, сока. Но у меня вместо сока есть вода. Святой источник. Если вам очень сильно хочется пить, вы можете купить за 50 рублей Святой Источник в магазине Пятерочка или Магнит и выпить водичку. Жажду утоляет однозначно. А я вот на такой высоте. Так что все очень круто. Скоро еще передние зубы сделаю, вообще будет бомба. Еще я поняла, чем больше я начинаю себя вкладываться, тем сильнее и, короче, тем сильнее я начинаю себя любить и ценить. Вот так вот. Ну, вообще такая красота, непонятная, вообще огонь. Надо фотку сделать. Главное, чтобы не полететь с такой высоты вниз. А то немножко страшновато. Я-то на огромной высоте. Вот.
Знаете, вот многие люди говорят то, что типа одной скучно жить, гулять, там в кино ходить и так далее. А мне наоборот так хорошо. Я не знаю почему, но наедине с самим собой человек какой-то другой становится. Ну, я за себя говорю, я совсем другая становлюсь. Мне, ой, не знаю, это очень круто вообще-то. Ну, я люблю с собой дни проводить. Ну, для меня в этом сложности никакой нет. Я всю жизнь всегда была одна, по сути. Так что для меня это, наверное, уже привычно. Для меня очень важно проводить время с собой. И чем больше я его провожу, тем больше начинаю любить себя, ценить, уважать себя. И я уже знаю то, что те глупости, которые бы я бы сделала бы вчера, я уже сегодня эти глупости не сделала. И это очень круто.